Ну чё, всем здорово, бродяги, с вами Бодяга. Угадай песню наоборот за 10 секунд. Давно, я все прекрасно знаю, давно не было песни наоборот. Не злитесь, не орите, лучше молчите и смотрите. Фига себе, я рифмач. Короче, с вас подписаться на наш с вами YouTube новый канал, с авторским контентом который. И это очень большая просьба для меня, для вас. Поэтому сделайте, пожалуйста. Погнали! Если что, это не сигареты, а Айкос. Так что не обращайте внимания. Потому что меня люди бесили на стриме, которые говорят: ты чё, куришь? Да не курят его, его используют, как вейп. Поэтому отстаньте от меня. И вот по-любому кто-нибудь в комментах напишет: фу, не кури видео! Слушайте, это Макс Корж, два типа людей. Да. Два типа людей. Одни как углубляют, пускай в глаза, другими всем казаться. А знаете, что я еще заметил? Что Айкос очень сильно воняет пердежом, когда ставишь его. Я не знаю, что это. И мою ладонь, 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 побежали дом, тики-дон, тики-дон, я построю дом, тики-дон. Чё это? Комета, Джонни! Без тебя нета! Лечу к тебе, словно комета! Подписывайтесь на второй канал, там авторский контент будет на 50 тысяч бродяг выходить, пожалуйста. Я сегодня буду пьяным, буду грубияном, мне кажется. Я сегодня буду пьяным, буду грубияном, всю ночь и до утра. Бразерс, вот эти вот. Уведите меня на зипхаус, где море шлюх, или как там? Я тусы все время со шлюхами путаю, господи. Уведите меня на зипхаус, я здесь усну. Я понял, rock, paper, scissors. Я с первых секунд понял. Найду тебя, Тим Белорусский. Наши встречи не случайны. Где бы мы не пересекались, с кем бы мы не болели. Так нельзя говорила мама, так нельзя говорил отец. Да? Так нельзя говорила мама, так нельзя ругал отец, так нельзя говорила тетя, бабушка и даже дед, так нельзя. Изи. Ну, погнали вместе со мной! Она решила остаться. Натусоваться с ним. А, нацеловаться, я думал, натусоваться уж спутал. Ну, это Вирби, зацепила ты меня вроде. А, нет, забудьте. Да, да. Зацепила ты меня, меня зацепила ты. Я сижу, курю один. Я сижу, использую Айкос один, не спасает никотин, во. Ну все, я этот голос из тысячи узнаю, Нурминский. Гелик, гелик.
Гелендваген на гелике. Гелендваген на гелендваген на телюге. Девочка в тренде, девочка топ. Девочка в тренде, девочка топ. Я видел ее танцы, танцы в ТикТок. Она любит лайки, лайки, лайки. Ладно, это еще смешнее в обратном этом, эта песня. Она моя, без нее я тупо не летаю. 031. Ну вы поняли. Фу, это так смешно. Слишком переборщил с автотюном. Даже звучит неприятно немножко. Гордая, сильная, блядь. А вот эта четкая песня, Ленинград, все идет по плану. Ну вот этот, как его поет? Кабриолет вроде песня. Все идет по плану. NCAS, не мешай. А, RCA, RSAC. Не мешай. Это с одной моей. Священник фейс. А, бля. Выходи. Ивангай зовет, поняли, да? Я сегодня буду пьян, что-то я сегодня хулиган. Я знаю эту песню. Капли, капли, иначе я сегодня буду. А вот, да, да. Напился, и я, я знаю эту песню. Что, бля? Не знаю. Что? Мой парень лох, мой парень лох. Пошла нахуй. Простите. Меня просто бесит, когда парни обзывают. Как мой парень лох? Сука. Парень лох, мой парень лох, мой парень. А, это еще и время истекло, оборзело точно. Это моя самая ненавистная песня, наверное, будет, которая была вот. Парни обзывать, охерела. Таки не скажу, моя девушка, вот если бы она у меня была, конечно, моя тёлка-шлюха. Вот вам понравилось бы, девчат? Вот и я о том же. Я знаю эту песню, «В городе дорог», да. Антигерой, наверное. Зашел челлендж, кроме одной песни, я прям вот за это бы... Короче, лайк. С вас просьба подписаться на второй канал, и вы найдете челюсти золотые под подушкой. Вот я нашел недавно, потерял снова. Вот снова подпишусь. Поэтому с вас лайк, подписка на второй канал, комментарий и до новых видосов, мои бродяги. Да.